Алан, ты знаешь, я уверена в том, что 30% телезрителей еще даже и не завтракали. Наверняка такая есть статистика. Давай будем нарушать и ловать стереотипы. Завтракать будем прямо сейчас и пару советов дадим нашим телезрителям. Талга, доброе утро. Доброе нашим утро, любимым дорогие. Шеф-поварам, доброе утро. Доброе. Если вы заметили, у меня сегодня рубашка, она, конечно, не шеф-поварская, но она один в один, я думаю, Талга соответствует тому, как работают повара. Так что я... Из-за Алены у нас скоро на кухне дресс-код ведут просто. Да-да-да. Я еще больше проникнусь, чем обычно, приготовлением завтрака. Талга, давайте расскажем нашим. По-моему, сегодня будет что-то супер, супер-мега-полезное. Как всегда обычное. Как всегда обычное. Супер, да. Здесь у нас красная морковь, Алан. Да-да. Пожалуйста, вот что на крупной терке, вот, угу. На вот этой можно ее натирать. Да. Здесь явно нужна мужская сила. Да, обычный морковный салат, то есть у нас брынза присутствует, морковь, Алан уже натирает, кинза, оливковое масло, вот видите, оно вот такое зеленое, первого холодного джима, мед. А вот это вот грецкие орехи. Это смешанный кунжут. Семена кунжута, то есть белый кунжут, черный кунжут. Это так для цвета и для чуть небольшого аромата. Аромат, цвет. А вообще кунжут несет в себе какие-нибудь полезные свойства? Конечно, там очень много кальция. Очень много кунжуте, кальция. Да, кальция? Да. А, поэтому кунжутное масло так полезно. Я его, кстати, обожаю. Нет. И тоже аромат такой хороший у него. Алена, вот сейчас я тебе поручу сделать все. Ну, у нас, как обычно, завтрак, куча витаминов, да? Да, да, это вообще, да, да. Три ложки меда. Три, четыре. Я бы даже сказал такой, чуть-чуть мужской даже завтрак. Мед и орехи с намеком, да? Оно вообще полезно. Всем полезно. То есть Алена приступает к соусу. Вот так вот хорошо, вот мед, чтобы у нас... Мед и оливковое масло холодного отжима. Да. Я смешиваю 3-4 ложки, а маслица на глаз. Маслица на глаз, да, это будет такая заправка. Заправка. Ну, как интересно оно. Какая интересная консистенция. Алгат, нам вся морковь нужна, да? В принципе, да, вот тут уже достаточно. Когда мы все приготовим, так все слетаются, и завтрак испаряется. Так. Кинзу я уже нарезал. Мы не сюда ее будем? В принципе, можно и туда. Да? Ну, вот всегда вот я люблю вот эти эксперименты. В принципе, она очень хорошо будет. Сейчас еще масло добавим. Ну, мы, я так понимаю, ничего не жарим. Абсолютно нет, ничего. А, серьезно? Здесь у нас в качестве белка. На завтрак я всегда рекомендую белок, чтобы присутствовал. У нас будет присутствовать белок молочного происхождения, то есть это брынза. То есть у нас такой белковый, больше белка у нас здесь. Ну, больше все в соотношении будет, да. Да. И белок у нас в орехах, да? В орехах растительный белок, да, растительного происхождения. И наша морковка брынза. Морковка – это каротин. Морковь, да, очень-очень полезно будет с утра. В принципе, друзья, у нас все. Нам остается только собрать наш салат. Чашку. Кучу, и да? Будем его пробовать. Ну, слушайте, давайте сделаем такой перерыв. Для зрителей перерывемся на простые инструкции и сразу же вернемся в нашу кухню. Ну что ж, после простых инструкций мы возвращаемся к инструкциям не менее простым, уже касающимся еды, а именно завтрака. Итак, у нас последние штрихи, как называется, да? Последние штрихи. Талгат очень-очень быстро все делает. Наш завтрак витаминный, в основе своей белковый, да, больше? Сбалансированный, будем так говорить. Сбалансированный. Итак, Талгат, вот быстро-быстро вы все смешиваете. У нас морковка. Да, я на терке ее через терку провел. Три крупные моркови. Да. А затем мы добавили туда кунжута. Семена кунжута, да. Да, семена кунжута. Это у нас кинза. Кинза, да, порубленная, свежая. Порубленная кинза. А грецкие орехи туда же отправляются, грецкие орехи, да? Отправляем брынзу. Брынзу для начала. Ну и самое интересное, Лена, расскажи, пожалуйста, про этот состав. Этот соус, который я смешала, элементарный. Это мед и оливковое масло холодного отжима. Да, первого холодного отжима. А я ведь сейчас быстренько придумаю. Это будет сладкий октябрь. Вот. Вау, супер. Вот так вот. Хорошо. Итак, этот самый соус, который мы назвали «Сладкий октябрь», отправляется в наш... Я не пойму, Талгат, это салат, да? Это салат, салат для завтрака, да. А слушайте, а что можно добавить к этому салату? Соль мы вообще... Думаете, чего-то не хватает? У нас в брынзе присутствует. Нет, я имею в виду на столе вообще. Что-то должно еще появиться, кроме вот этого салата? Ну, в принципе, какие-нибудь гренки. Гренки, хлеб, да. Либо тосты, да? Либо тосты, либо... Ну, можно еще, в принципе, можно, если совсем прям хочется мясного, можно куриное филе. Ну, если прям уж совсем, тогда шашлык. Да, да, да. Вот, собственно, и по завтраку. Выкладываем. Вот такой здоровый. Да, да, да. Главное, весь удар сделать на салат этот. Так, и орехи у нас. И грецкие орехи. Поверх. Так, прикуску. Прикуску декором. Ой, уверен, самые изысканные, короче, гурманы, которые на кухне будут обяться, они прибавят еще что-то от себя. То есть нет предела совершенства. Всегда нужно что-то экспериментировать, изменять. Да-да-да, держи. Вилочку тебе, вилочку мне.
Давай попробуем и решим, нужен ли нам к этому завтраку дополнительный шашлык, как ты сказал с утра. Талгат, ты свои чудо-творения себе пробуешь? Не, нормально, я с ребятами со съемочной группы. Хоть он лет, не жаль. Ну, поехали. Поехали. Один орех. Нет, ну замечательно. Ты знаешь, это такой завтрак. Слушай, если бы не кинза, да. Угу. Вкус совсем другой. Вот кинза как-то придает какой-то аромат. Аромат свежий, кавказ. Кстати, да. Я знаете, что скажу? Я бы этот салат даже не только на завтрак употреблял. Кстати. И на обед, может быть, даже на ужин. Ну, стейк будем добавлять? Ну что ж, друзья, наверное, самое время пожелать и приятного аппетита и нашим телезрителям. Те наверняка 30%, которые не успели позавтракать, и сейчас вместе с нами уже и завтракают, собственно. Ну а те, кто только готовится, дерзайте, друзья, у вас все в ваших руках.